Водоемы, ядовитые вещества, дороги и дураки на них. Из-за этих и многих других причин, которые называются внешними, то есть не связанными с состоянием здоровья, страна ежегодно теряет тысячи своих маленьких граждан. По предварительным данным, по учреждениям здравоохранения, за январь-июль 2013 года умерло 99 детей в возрасте от 0 до 17 лет. В республике продолжает оставаться, к сожалению, высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Если общее количество ДТП 115, прошлый год это было 106, в котором пострадали 4 детей, погибли, а получили ранения 120 детей. Прошлый год это было 115 детей. По состоянию на 8 августа в водоемах Чувашской республики погибло 36 человек, из них 7 детей. Часто опасности внешнего мира становятся для детей роковыми из-за банального недосмотра родителей. По данным специалистов, из-за недостаточного ухода умирает каждый пятый ребенок в возрасте до года. К сожалению, тут в этих случаях немалая доля в этих случаях имеет и вот асоциальное поведение мамы. Это прежде всего довольно-таки часто в таких случаях, когда идет удушение ребенка грудью спящей, кормящей мамы. Там нередко мама бывает в состоянии, ну, хотя бы легкого алкогольного опьянения. Что ж, вероятно, в таких случаях бороться нужно не только с последствиями, но и с причинами. Один из способов – занятость родителей, то есть создание рабочих мест, особенно в тех населенных пунктах, где статистика хуже, чем в среднем по республике. Надо обсуждать и надо привлекать предпринимателей для того, чтобы появились новые рабочие места, где 5 человек, где 7 человек. Когда есть рабочее место, человек уверен в себе, своих возможностях, и наиболее благоприятная ситуация складывается в семье. Если одним недостаточно ухода и внимания со стороны родителей, то детям с ограниченными возможностями и инвалидам зачастую не хватает подходящих условий для реабилитации, так называемой социализации. В обычных детских дошкольных группах таким детям, конечно же, очень сложно. Мы сегодня разрабатывали проект постановления проекта Чувашской Республики, где по примеру школьного образования можем обеспечить образовательный процесс детей-инвалидов и на дому. Эту проблему мы в ближайшее время будем решать. Я думаю, с 2014 года у нас возможности для этого появляются. Сегодня нормативно-правовая документация в этом плане нами подготавливается, или уже подготовлена, точнее. Очень важно, конечно, сопровождать детей и в школьном возрасте. И здесь для нас важный показатель – это развитие инфраструктуры, школьной инфраструктуры, чтобы дети-инвалиды получали возможность вместе со здоровыми детьми получать качественное образование. Доступная среда, рабочие места для родителей, благополучие в семье. Принимать меры во благо маленьких жителей региона будут и дальше в рамках национальной стратегии действий в интересах детей. Ее планируется реализовать до 2017 года. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.